Авангард, чисто экологический транспорт, у нас электрика. Ну и едем. Смотрите, с правой стороны три здания подряд. Видите, здесь полностью здание первое занимало охрану президента. Второе здание — допинг-контроль. Сейчас здесь Сочи парк, администрация, то есть с той стороны заходит. А сам-то президент где? О, президент. Останавливался. Он у себя жил. Здесь у нас есть Газпром, где он дальше находится. А именно ночевал один раз, то есть вот гостиница «Богатырь», когда была в Олимпийских местах. А вот это центр корпоративных приемов. То есть сейчас у нас идет битва пород большой, и вот здесь ребята ходят. С той стороны они не заезжают. Вот, с правой стороны колесо обозрения сделали недавно его. 18 июня запустили колесо, оно поработало. Вообще здание, конечно, самое красивое, там где дизайн когда-то был. Оно не только днем красиво, оно еще и вечернюю имеет подсветку, то есть когда спущаются сумерки, здание загорается. Они вот с вертикального 105 км/ч. Сначала они падают лицом, потом они падают сверху.